земля, родимая земля, ты столько горя повидала, но вековая боль твоя нас никогда не покидала. Сынов не счесть, а ты одна, не став за правду жизни новой, мы возвратить, земля, сполна, мы возвратить сполна тебе свой долг готовы. А если свой последний час нам повстречать в бою смертельном, земля родная, помни нас и всех и каждого отдельно. А если свой последний час найдем в бою смертельном, земля родная, помни нас и всех и каждого отдельно. Росинок россыпь на полях, в твоем названии Россия, земля родимая, земля. Ты нелегко сынов растила, и за рассвет в твоей судьбе, сражаясь в этот час суровый, мы возвратить, земля, тебе, мы возвратить тебе сполна свой долг готовы. А если свой последний час нам повстречать в бою смертельном, земля родная, помни нас и всех и каждого отдельно. Земля родная, помни нас, и всех, и каждого отдельно. Теперь будем делать, господин местный помещик. Как прикажете докладывать генералу? Упустили краснозадых. Местайте гиблы. Я здесь возрос, а вот не слыхал, не видел, что котлован проклятый, люди ходили. Да вы не извольте беспокоиться, ваше благородие. Туда хода нет, но и оттуда тоже нет. Подохнут с голоду, и вся недолга. Ворочка-то плотно заткнута. Да торчать мне здесь противно, бродяг этих стеречь. Да я тут с ума сойду. Позорно. А этого кружелинского бандита Назарова расстрелять и немедленно. Ты что, не понял? Исполняй. Да подальше отведи, чтобы их благородие не раздражать. Дерьмо у тебя дисциплина, господин помещик. Деревня. Их пороли вас, предки наши, да мало видно. Ну, дай срок.
хватит душ тянуть. Давай кончай. Уходи, дядя Панкрат. Иди, пока не передумал. Так может и ты давай к нам, а? К Кружилину-то. Запутался я до конца. Да и Федька, братец, меня там самолично порубит. Погоди, Иван. Ступай, пока не шлепнул. Стой! Ты не бойся. Чего мокрому дождя бояться? Анна Кафтанова. Правда, за Федькой в отряд пошла? У нас в отряде. Как она там? Ничего, воюет, как все. Девка она ладная. Я спрошу с Федькой, как она. Живет? Аль нет с ним? В каком смысле? В каком смысле мужик с бабой живет? А, да нет, не замечено. А, любовь промеж них, кажись, есть. Ступай. Ступай от греха! Беги, дядя Панкрат! Ну! Знать бы, сколько их здесь, и где они нас сторожат. Да, мужики, заползти-то в этот каменный мешок мы заползли. А вот отсюда как? Тут и черт носа не высунет. Поликарп, может, в ту сторону поглядеть, а? Камни и могилу не выдолбишь. А зачем долбить? Воронье сплюешь. Какой ворон на тебя обзарится? Тощий и больно. Ну ладно, запомирали раньше времени. На-ка, Анна. Анна, зачерпни воды. Спасибо, Пахомыч, хватит.
Анна! Я сейчас. Слушай, сколько крупы осталось? Вообще ничего не осталось. Совсем мало. Ну что, небось, страшно воевать? Ага. Нет. Так ага или нет? Сперва было шибко страшно. Ну да. Тут, я смотрю, все к Федьке жалось. Нашли время. День-два, и голод начнется. Пошли. Я думаю, что не везде они все-таки заслоны поставили. Где-нибудь хоть маленькая щель-то найдется. Найдется. Давай сейчас здесь посмотрим. Сколько же их топеречь, стеречь тут? Сказано, пока с голоду не передохнут. Я вот гляжу, у Прохоренки-то царство ему небесное. Сапоги-то новые, яловые. Э? На самогонку сменяли бы. Они тебе раньше закуску поднесут. Сменят с караула, другим достанутся. Была, была. Куда? Сдурел! Я говорил, патроны без нужды не жечь. Это приказ. Мародер там один. Пришлось патрон стратить. На мародера. Уж больно тошно смотреть было. Хлебников, сколько гранат осталось? 15 штук. Кот наплакал. Лично отвечаешь за каждую? Есть. Вот, вместе с Баулиным. Пошли, Яша. Угу. Довоевались, как мышей в норы загнали. Ну, за так просто они нас все равно не возьмут. Баулин с Кошкиным здесь были. Говорят, стена отвесная. Ты черт еще. Тихо ты. Ну-ка, давай. А?
вроде никого. Это да. Эх ты. Сажений 30, не меньше. А, Поликарп? Почитай все 40. Караулов нету. А зачем они здесь? Слышь, Поликарп, давай я разведаю, а? Ты что, летать умеешь? Зачем летать? Зачем летать? Ночью мужики на вожжах опустят. Лишь бы вожжей хватило. А если сорвешь или снимут? А, Поликарп, была не была. Один раз помирать. Напрасно я старалась свое сердце обмануть. Ох, напрасно я старалась свое сердце обмануть. Не забыть того, что было, не махнуть на все рукой. Целовал меня. Я от Михаила Лукича из города. Вот провизию привез. А это Михаил Лукич велел тебе передать. Ой. Просил, чтоб Макарку в Зятькову балку забрала с собой. Сегодня же. Там спокойнее. А если Макарку не соблюдешь, сказал он, то все эти побрякушки тебе в горло заколотит. Но ты не очень-то. Ступай. Ступай, сделал свое дело, ступай. Слышь ты? Иван, да ты что, Иван? Ваше благородие, отца моего пожалейте. Отца? Какого отца? Дед, старый дурак, Силантий. Который путь партизанам указал. Отец его. Повесьте вы его. Велели и старуху тоже. Что? До сих пор не повесили?
исполнить немедленно. Слушаюсь. Ваше благородие, помилуй, я отслужу. Что верно служишь, хвалю. А за отца не проси. Ваше благородие. Ступай. Ваше благородие. Ступай. Ваше благородие, отец же ведь! Ступай, Иван, ступай. Дядя Демьян, отец же мой! Нет у тебя отца, как у меня сына, нет, время такое. Страшный суд, господин, иди, Иван. Макарка, Петр, ну-ка спать. Иван! Ванька! Оглох, что ли? Ну-ка, подмогни маленько. Бочку вон передвинуть. Наломаешь дуралей, Черепков. Сейчас узнаете, как партизанам помогать. Животное порядку требует. Вот подаю козу и приду. Иди, говорю. Что ты хозяйничай-то? А ну, поставь скамейку! Поставь скамейку на место! Бандит! Да. Устать! Бандитская рожа! Отвяжи. Права на вас нет! Поворачивайся. Опять в огород забралась. Раскудрит твою рогатую. Тихо. Откуда ты взялся, отчаянный? Тихо. Оттуда. Не боись, старик. Злее будем. Один полковник, помилуют старух приказали. А может, и Финляндия? Не приказано. Слышишь? Выполняй. А ну, слезай. Финляндюшка. Там это шерсть. Прощайся, что ли, старик. Ну что ж, люди, обскажите маму Ваньки, как отец сгинул, а перед кем виноват. Не осуждайте меня, люди. Силантик, пустите, я везде. Силантик.
Ванька приехал, Ванька приехал! Тетка Устинья! Я тебя спросить хочу. Ты как в партизаны-то попал? А? Анфиса сказала, ступай в отряд. Ну, я и пришел. О. А чего же она с тобой не пришла? Да так. Несподручно ей. Ну, чего же несподручно? Чего молчишь-то? А? Ну, куда она пойдет с пузом-то? От тебя, что ли, сморчок вонючий? От кого же еще? Твоего-то она вытравила. Так. И давно живете? Если в деревню вернусь, свадьбу сыграем. Анфиса обещалась. Я ж к Олейникам вернулся! Живее ручки! Давай руку, Яков. Живой Яков. Яковы бывают всякие. А вот Таковский один. Ну что, как там? Закуривай. Самосад. Давай, давай. Курнем. Держи. Что? Повесили отца твоего, Федора. Отсюда хода нет. Подвое в карауле стоят, остальные дрыхнут. Мужиков на вожжах человек 20 спустим, снимем караул. А остальных сонных шашками достать — это плевое дело. Господи, там какая-то полусотня нас сторожит. Правильно говорит Яков. Но ежели хоть один да уйдет. Не должен уйти. Ни один не уйдет. Точно, Федор. Смотри, Яков, это непросто. Да ладно тебе, дед. Я что предлагаю-то? Лошади их не тут же пасутся, возьмем. Патроны опять же. Выведем отряды на заимку. Там Зубов с Кафтановым, с ними только рота одна. Переполосуем и в тайгу, а там ищи свищи. Гладко ты на словах. Ну, говорю же, риск. Ну, риск, риск. А вдруг как уйдет все-таки кто-нибудь? Ведь вот Корней верно сказал. И подымет весь полк в Михайловском. В лапшу ведь изрубят. Да будет тебе, Петрович. А вдруг да не уйдет?
Вдруг на войне, паря, только смерть бывает. Ведь прилетела пуля и готова. Бывает, бывает. Бывает, у девушки муж помирает, а у вдовы живет. Ну да, случается, что и старуха венчается, а что толку? Ой, ох, унылый ты, отец. На молоко, наверное, смотришь, оно киснет. Точно. Не замечал. Да, а ты приметь, приметь. Ну ладно, на худой конец опять сюда заберемся. Будем подыхать голодной смерти, только и всего. Раненые помирать начали. Был бы провиант до лекарства, отсиделец бы можете. Ну да. И девок холостых с полсотни. Отдыхай, не хочу. Ну что, мужики? Попытаем счастье. Можно. Ты что? А? Держись! Пошел. Тихо. Все тебе кажется. Сомлел? Точнись ты. Ну? Во. Держи, Поликарп. Что? Узел разошелся. Ну,
Осторожно. Все? Все. Порядок. Федор, Баулин. А. Молчун. Со мной на часовых. Ясно? Ясно. Хлебников, Кириен, Кошкин. К пулемету. Не забыли где? Не забыли. Чтоб тихо и ни одного живым не выпускать. Пошли. Я стрелял. Здорово, ребята. А я-то думал, как до вас добраться. Thank you.
Лукич! Михаил Лукич! Что там, а? Партизаны! Как это могло случиться? А, черт, его знаю! Двигаться, сынок, быстро! Случится! Ака! С нами ребенок. Надеюсь, ребенка вы пощадите. Мальчишку! Ну, стреляй в меня, Иуда. Нет, не буду. Брат ты мне все же. Отца не пожалел. Сам гад. Я, гадючек, выполз, как болеешь. Пошел вон, сволочь! Уйдет, сволочь! Яков! Яшка! Глаз разрубил. Демьян, Михаил Лукич. Михаил Лукич, живой, славьте Господи. Анна, с Косоротовым добрались? Тут вон в амбаре покуда. Михаил Лукич. Тут вчера из Николаевска подполковник какой-то явился. Кто такой? Лохновский по фамилии. Чего ему? Я, надо? Говорит, лично к зубу. Лично, говорит, от генерала. Отдыхает, говорю. Отдохнул. Ну. А сегодня, как Мишка Косоротов прискакал, ну, рассказал все, так Лохновский весь полк поднял. В погоню, значит. Дурак. Хотя из Николаевска. Ну, я ему людей своих не дал. Нечего, говорю, зазря коней по тайге маять. Ну и правильно. Иван. Оклемалась? Иван, развяжи руки. Ну вот, Ванька, сторожем и женихом тебя оставляю. А на утро, чтоб мужем стал. Косоротов, пошли.
смотри ты на меня так, Анна. А как на тебя глядеть? Венчаемся, Анна. Жить будем, ветру на тебя не дам пахнуть. Анна. Давай, давай. Проси получше. Кто знает, может, что выпросишь. Растоптала ты всю мою жизнь. Проклятая. Ты развеселись, Косоротов. Скучный ты для компании человек. Ну, обморались. В другой раз наша возьмет. Не, не возьмет. Нагляделся я на этих политических. Как они из этого каменного мешка выползли? Черт им ворожит, что ли? Не так с ними нужно было. Барин российский, он дурак. Я Косоротов тебе говорю. Где Кафтанов? Михаил Лукич, зять своего с дочкой пошел проведать. Зятем можно назвать. Не могу я так, Михаил Лукич. А ты ее силком. Такое ей мое родительское наказание. Отпусти ее, Михаил Лукич. Я вдвойне отслужу. Сопля. Ну, не обессудь. Я свое слово выполнил. Веди, чтоб хуже не было. А коль отпущу, опять к своим партизанишкам побежишь. К ним. Из-за Федьки, небось. Из-за него тоже. А еще-то из-за чего? Я, Анна, жизнь всласть прожил. И вот купил, и баб любил. И над людишками вдоволь властью пользовался. Вот воюю теперь, чтоб еще хоть немножко такой жизнью пожить. Как скотина ты жил! Ты этой жизнью своей мать в петлю загнал! А есть другая жизнь, человеческая. И ради этого такая кроворубка идет. Да люди хотят на земле человеческую жизнь установить! И установят! Установят! Только пустят ли тебя в эту жизнь, небось, припомнят, чья ты дочь? Припомнят. Да только, может быть, вспомнит, не чья я дочь, а какой я человек. Это, Иван, подумай об этом.
Они батьку твоего повесили. Мать с ума сошла. Замолчу. На тебе кровь его батьки. Не тронь! Это ты мне. Она же дочь твоя. Ладно. Она мне дочь, но я ей отец. Так. Пошли. Смотри, горяч. Сразу же и за Маузер. Ты же задушить ее хотел. Почудилось мне. Тебе не все равно, коль она... Не все равно. Отпусти ты ее. Слюнтяй ты в таком разе. Ну, да дело твое, отпущу мне что. С Федькой пущай живет, или с кем другим отпущу. Косоротов! Не спускать ни днем, ни ночью. Куда, Михаил Лукич? Пойду посты проверить. Спи. Куда? Далеко ли? Коль навострился, спрашиваю. О, зачем кафтан в камень пошел? Это его отцовское дело. Да ты не сверкай, не сверкай зрачками-то. Поучит маленько по-родительски, да отпустит. Куда? Руки! Руки назад. А то в момент пригвоздю. Сам знаешь. А ну-ка сядь. Сядь. Вот так. Поклони маленько, а я с тобой побалакаю. Чумной ты, что это, я давно гляжу. Что за коловерть у тебя в башке? Куда она тебя доколовертит? Вот об чем Михаил Лукичу подумать. Он же ее убьет. Ну что? Это его дело отцовское. Теперь-то чего тебе надобно? Чего? Тебе Михаил Лукич предоставил случай муженьком ее стать. Ты не использовал? А? Он, видишь, косорот, не отказался. Ну. Ты против воли кафтановской пошел, терпи. Он свое согнет, ему не перечь. Будь ты хоть дочь тут, хоть кто. Захотел позору предать, предал. А уж дали ходить этому позору по земле или нет, это его отцовское решение. Отправит Михаил Лукич дочерь свою на небеса. Туда ей теперь и дорога. Хотел я тебя, сучку партизанскую, с позором твоим на земле оставить. Но я родитель твой. Читай молитву. Читай. Михаил Лукич! Ты дочь свою, Косоротову. Тебе этого не понять. Ей я все объяснил. А что прибежал сюда дурак, жил бы. Thank you.
Он ведь пристрелить меня хотел потом. Зачем помешал? Пристрели тебе и сам. Слышишь, Иван? Пристрели меня! Пристрели меня, слышишь? Слышишь, пристрели меня! Все-таки она. Надо жить. Об этом никто никогда не узнает. Вон они. Пришел. Вот. Анну вашу привел.
отца ее, Демьяна Одноногого, убил. Теперь делайте со мной, что хотите. А ну, погоди, мужики! Дайте-ка мне с ним перемолвиться. Ну, отойди. Сам явился, бандюга Кафтановская. Федор! Пулю так пулю. Только скорее давайте. Ничего. Это у нас не задержится. Разберемся и к стеночке. Не надо. Не надо. Не надо! Не надо, не трогайте его!